Друзья, ну что, буквально недавно мы вернулись с Игорем Леонидовичем с путешествия на снегоходе к нам на избушечку. Ну, прошло, не знаю, полтора дня, и мы решили рвануть обратно. Нечего делать в городе, скукотища, все сидят по домам. Ну и мы решили, что делать. Мне только на работу еще через 4 дня, поэтому рванули мы обратно, затарились бензином, продуктами и рванули на избушку. Полпути уже примерно проехали, чуть меньше. Остановились сейчас, вот чайку надо попить. Прохладно, вообще тут зима настоящая. Вон. В прошлый раз так не мерзли, вообще едем. Наверное, 20 градусов, наверное, точно на улице есть. Прям лицо обмерзает, едем. Вот. Сейчас попьем чайку и рванем уже обратно. Немножко другой маршрут я на навигаторе нарисовал, чтобы выскочить сразу не через Игоря избу, а сразу к нам на избу, немножко другой маршрут, прям напрямик через болото и перескочим. Ну, попробуем, по крайней мере, я нарисовал, посмотрел по спутнику, можно спокойно заскочить, чтобы не париться, не мучиться, там берега не крутые. Мы, друзья, сейчас пьем чай и шуруем мы дальше, короче, на избушку, и будем сегодня уже рыбачить опять рыбку. Друзья, ну что, наконец-то мы уже на реке добрались. Солнышко светит, хорошая погода. Съездили в избу, разгрузили там бензин. И сейчас будем буриться, начиная с того поворота, где мы ставили донки, где я у Игоря Леонидовича очень классно клевал харю. И отсюда будем буриться по ней по реке. Ну, приехали в избу, там оказалось, что тусовались уже ребята, жили, как бы там человек 5 их было. Ну, ничего плохого сказать не могу. В принципе, ребятам привет, будет смотреть это видео. Понятно, что избу когда-нибудь найдут, ничего страшного в этом нет. Ну, переночевали, дай бог, я очень рад, что изба наша приютила их. Вот. Ну, надеюсь, что на их порядочность и что дальше эта информация по избе не распространится. Разгрузились в избе, ребята оставили собираться, они там соберутся потихоньку, потому что разложились, в принципе, избушки. Ну, в общем, им привет, дай бог им здоровья, удачной им рыбалки. Ребята приехали тоже недолго, будут рыбачить. Вот, и дай бог нам хорошей рыбалки. Сейчас Игорь Леонидович пробурится, и будем мы рыбачить, друзья. Погнали! Так, друзья, рыбка уже ловится. Игорь Леонидович взял вот такую штуку, сразу чистит на ходу. Нафиг дома, говорит, разводить чешую. Вот так вот, раз. Защемил и погнали. Не надо ничего держать, быстренько. Раз, 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 и все. Готово. Вот так вот. Икру собирает сразу вот в пакетик. Отлично. Я сейчас принесу еще, у меня там попался трофейный карюс. Сначала он у меня ушел, но потом, через минут 5, он все-таки опять клюнул. Сейчас я Игорь Леонидовичу принесу. Куда стоять? Хороший песок. Вот такой. Красавец. Сразу будем чистить. Что нам мучиться? Вот, попадаются корешки хорошие, зачетные. Друзья, поклевки снимать очень трудно. Я, конечно, буду стараться, постараюсь, когда найдем место, где вот просто одну-вторую вытащу с лунки, буду включать камеру. А так каждый раз включать очень сложно. Вот. Ну, ловим хорюшков, как всегда. Рыба клюет, надо искать только ее. Ну, сейчас мы по новым местам ходим. Я думаю, что без проблем. Найдем, будем искать. Главное, друзья, не лениться в этой рыбалке. Такой. Вот, все. Посмотрите, хлоп. Хвост зажал, и не надо мучиться что-то держать. Сразу раз, быстренько. Шикарно. Но это, кстати, моя знаменитая лепешка. Это я дома еще делал. Сейчас перекусим, да. Удочки стоят у нас вот на этом плесики. Я думаю, дальше сейчас разбуримся. Вот здесь вот меня клюнуло. Игорь тоже здесь вот поймал, где-то вот здесь. Ну, сейчас потихонечку будем продвигаться и будем рыбачить. Тихо. Бабку все вылезем. Ну, так вот. Чистим с
сразу, икру Игорь собирает, если есть. Слава богу, нет. Это икра, да, скажи, блин, замучаешь. В общем, все хорошо, снегоходы слышали, ребята уже с избы уехали. В общем, как бы, ну, нормально, все по-человечески, хозяева приехали, они собрались и сказали, мы сейчас уезжаем, как бы, ну, как бы, все хорошо, мы с ними подружились. Вот, им привет большой, будет смотреть видео, скорее всего, ну, снимать мы их не стали, зачем, так, просто познакомились, они сказали, давно смотрят видео, как бы, на моем канале, поэтому знают места, где я хожу, ну, в этих местах редко бывают люди, а кто бывает, тот, конечно же, знает, тут ничего не скроешь, сразу узнают. Вот, ну, дай бог договорились, что никуда распространять информацию про избу они не будут. Будем надеяться на их сознательность. Друзья, вот это Харис клюнул на этот лунг. Сейчас вот переставил другую удочку. Ну, он, конечно же, укололся с моим крючком. Посмотрите, оторвал. Крючок просто оторвал. Обалдеть. Я его тащил. Офигеть, тащу, думаю, такой крупняк сейчас вытащу. У меня бам отрывается. Я думаю, блин, сошел. Вытаскиваю, он у меня оторвал крючок, вот просто сломал его. Вот это харюсок здесь водится, блин, как же жалко, а. Второго сегодня выпускаю вообще крупного харюса. Один сошел, а этот вообще крючок оторвал. Как же обидно, блин. Ну, Игорь еще уехал на снегоход чуть дальше за поворот. Там у меня перевязаться только есть мушка. Мормышка, вернее. Ну, ладно, что, сейчас этой пробегусь здесь. Другой, второй удочкой. До Игоря дойду, там перевяжу. Как же обидно. Клюнул такой хороший харь. Бляха. Ну ладно, будем рвачить дальше. Сегодня половили мы немножко, но я думаю, вы меня простите. Вот то, что мы поймали. Хороший, в принципе, уловчик. Ну такой, сейчас 3 часа. Простите за то, что я не снимал. Потому что, если честно, уже третья поездка за 10 дней. Устал, уже сегодня всю ночь не спали, ну просто сил нет. Ну рыбачили, бурились, все, а снимать, ну не было сил, тем более на каждой лунке нужно включать, выключать, удалять видео, если не клевало, очень тяжело. Сейчас мы стартуем на избу, да, вот мы поймали, в принципе, рыбку, ну на сегодня хватит. И я думаю, что мы отдохнем сейчас, там борщ есть, второе есть, макароны по-флотски я с собой все брал. Сейчас мы с Игорем Леонидовичем перекусим. Отдохнем в избе спокойненько. Очень, если честно, хочется спать. Сейчас вот прямиком, наверное, вот я сюда заскочу прямо и на избу саданем туда. Сейчас нас хороший, можно ехать где угодно. Прямо здесь и заеду сейчас. Так, друзья, ну что, мы уже в избушке. Вот, будем сейчас кушать борщик. Это я с дома привез, там сварил. С салом, с хлебом. Ну, ребята уехали, да, они, в принципе, мы поехали рыбачить, чтобы не мешать собираться. Они собрались, оставили в избе чистоту, порядок. Спасибо им большое. Молодцы. Вот, презентик нам оставили тоже. Их благодарим за это. Лишним не будет. Они сами знают, какой. Так, ну, сейчас мы кушаем и сегодня будем, друзья, отдыхать. Я думаю, что завтра, наверное, я уже отдохну сегодня, наберу силы. Завтра я основные съемки по рыбалке буду делать. Сегодня, ну, просто нет сил, ну, честное слово. Я просто не мог уже доставать камеру, вот не мог. Я даже на снегоходе, если честно, полчаса задремал. Просто на сиденье сел и уснул. Вот. Сил нету, поэтому сейчас мы кушаем, набираемся сил, отдыхаем, спим. И завтра с самого ранья дуем на рыбалку, будем рыбачить харюса, друзья. Ну а сейчас пожелайте нам приятного аппетита. Я думаю, что, наверное, уже я включусь завтра. Друзья, вот такое прекрасное утро. Солнышко светит. Все здорово, мы собираемся на рыбалку. Вчера, конечно, устали мы сильно. Пришли, поели и легли спать. Просто вырубились, наверное, часов 8 вечера, в 9. И сегодня вот проснулись, сейчас уже около 7 утра. Ну, ближе к 8 уже даже, мы поедем на речку и будем весь день рыбачить. Взяли с собой чай, как всегда, там бутерброды,
Взял лепешку я свою знаменитую, которую делал. В прошлых видео видели, как я сделал лепешку. Сейчас я дома их делаю, беру с собой. Очень удобно, вкусно. Можно быстро перекусить с чаем. Ну, давайте заводить снегоход. Красиво у нас за елочкой снежек. Будем пробовать заводить его. Снежок был ночью чуть-чуть. Так, ну все, снегоход погрели. Сейчас грузимся мы и шуруем на речку. Так, что нам там надо взять? Бур взяли, да? Мы полтора с тобой брали какую-то самую. Икру? Да, а икра, вот ее и бери банку туда, и будем. Стеклянную банку туда собрали, Игорь. А где она? Да вот стоит внизу здесь. Вот она. Сюда я буду сгружать. А, чуть. Ну, все, вот и корку мы собираем уже потихоньку. Сейчас возьмем с собой. Ну сейчас надо отлить, Игорь. Ну сейчас отолью ее. Друзья, вот привез здесь. На этом плесике стал разбуриваться. Вот, забурился. Бегаю от удочки к удочке. Но такой некрупный хариус. Пару штук уже отпустил. Небольшой. Но вот к этой удочке не успел. Я уже уронил хариус, пока там стоял. Пошел опять, потом проверил. Крючок торчит. Опять крючок поставил, пошел к той удочке. Пока дошел, опять здесь уже долбит вообще. Опять не успел подбежать. Ну вот и мне повезло. Сколько лунок пробурил, уже штук 30, наверное. Мелочь все выпускал, даже не снимал. Постоянно клевал, но мелочь. А тут поставил, вот Игорь Леонидович разбурил плесик. Посмотрите какой. И давай лови, блин. Клюет опять. С этой же лунки, причем только посадил свежего опарыша. Опять клюет. Пока тут поставишь. Сбил, что ли? Он у меня крючок торчит. Да, крючок видно из-за этого. Перестал клевать. Сейчас поправим крючочек. Попробуем еще закинуть. Пока болтаю, опять клюет. Игорь, иди лови давай. Опа, 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 опа. Ну, посмотрите, ну этот уже, наверное, мы отпустим такого. Или хороший, не знаю точно. Нет, хороший. Ой, не отпускаю на. Это хороший. Ну, пятый уже с этой лунки. Мне показалось или клюнуло? Или мне показалось или клюнуло? Опа, точно клюнул. Ты смотри какой хороший. Точно клюнул. Ну, кому он какой? Ну, один. Мне показалось. Думаю, вроде клюет. Нормальный хорюсок. Леонид, все чистить и чистить. Да, хороший плюс. Смотрел, какой еще длинный, там все разбуриваться можно, да? Я даже думаю, может быть, пониже туда чуть-чуть еще бурануться на выход в поворот. Он может стоять тоже там. Как думаешь, одну-две лунки туда бурануть? А там мелко, по-моему, да, мельче. Туда, наверное, не стоит, лучше выше. Ну да. Ладно, сейчас попробуем. Вот так вот, друзья. Нет-нет, да и нарвались на место. Хорошие. Корюски хорошие клюют. Такие кабасики. О! О! Сразу чистим, чтобы дома чешую не наводить. Так вот. Сейчас еще будем буриться. Погнали, рыбалка прет. Ветер, конечно, такой сильный. Попался еще вот такой хороший кабасик вообще. Шикарный. Сейчас отнесу Игорю туда, он там чистит. Разбурился. Вот так этот плес здесь разбуриваем. Нет-нет, да попадет. Сейчас Игорю отнесу туда. Он на снегоходе потихоньку подъезжает ко мне и рыбу чистит.
Я в кучке складываю. А тут пару штучек лежит. Снова клюнул экземплярчик хороший на плесике. Вот такой красавчик. Пока я там бурюсь, вон, пробурился, смотрю, клюет. Забежал, тут рыбка. Леонидыч, чистит. Он у нас занимается чисткой рыбы. Ну, ловит периодически тоже. Ну, мы договорились. Ловим, он чистит, я готовлю еду в избе. Такая, распределили обязанности, в принципе, что кому больше нравится. Мне не очень нравится возиться с рыбой, зато люблю готовить. Поэтому вот так вот. Ну, буримся дальше. Вон, я уже бы даже бур бросил, побежал туда, поймал вот такого вот кабасика. Вот еще пару штук я поймал, хороших, зачетных. Игорь Леонидович чистит. Ну, как всегда, мы договорились. С икрой это, да? Это с икрой. Вот, хорошо, икорка. Собираем потихонечку икру. Вот новые лунки там пробурил. И сразу в одной, во второй по такому зачетному хорюску сразу попалась. Икру собираем. Икра очень вкусная. Подсолим ее. Ай, вкуснятина какая. Родных, близких угостим дома. Весенний харюс, он всегда с икрой. Зимой тоже с икрой попадает харюсок. Вообще харюс попадает, конечно, не знаю, круглый год, да, с икрой, Леонидович? Постоянно. Вот зимой ловишь, глухозиме, тоже с икрой попадает харюс. Вот что интересно. Не только весенний. Весенняя икра, конечно, такая насыщенная. Она такая прям вкусная. Ты давай собирай всю икру. Что там, блин, не всю собрал? Съесть решил? Ладно, мы пойдем, давайте, друзья, рыбачить дальше. Ты говорю, вот тут пробурился. Вот эти две лунки. Вообще сразу в одну закинул, во вторую, здесь поймал, и здесь поймал хороший. То есть, такие прям классные. Ну, сейчас камера включена, конечно же, как всегда. Ни хрена клевать не будет. Там думал, упущу. Потому что начал вытаскивать, я только запустил, сразу клюнул. Начал вытаскивать, случайно нажал на рычажок фиксатора, который на катушке. И потащил, и у меня леска просто стала распускаться, он, конечно, зашел. Ну, получилось так, что из-за того, что нажал, я его не уколол. И буквально тут же я поправил черевика, закинул, и он сразу же опять клюнул. То есть харюс атакует. Если он не укололся, он будет атаковать дальше. А если, конечно, уколол, он будет еще такой настороже, может позже, через минут 10 клюнуть, может 5 минут, чтобы отдохнуть. Ну, забудет все это дело, что укололся. Я говорю, бывало так, что ловил, свои мормышки доставал, даже харюс, который отрывал мормышки крупный, тому вообще без разницы, он клюет следом, если кормится. Отрывает все. Ну, давайте попробуем еще, вот у меня разбуренная есть, я в нее еще ни разу не кидал. Так, все на месте, крючок не торчит, здесь с опарышем. Давайте закинем, попробуем, вдруг клюнет. И будем буриться дальше. В эту лунку ни разу еще тоже не закидывал. Опа, смотрите, 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 смотрите. Вот он хороший, посмотрите, я говорю. Игорь, еще тебе работа. Свежие лунки все клюет. Это тоже эквиной, блядь. Да, ну нормально. Ай, какой хороший. Буриться, я говорю, я эти лунки давно пробурил. И они поотдохнули очень долго. И нормально харюс стоит. Посмотрите, друзья, какой красавец. Какой красавец. И кидаем Игоря, пусть чистит. Ну, что удивительно, из каждой новой лунки, которая давно у меня уже пробурена, я там просто ловил еще. Старался всех выловить. Подольше не торопился. Здесь в каждой новой лунке стоит харюс. Вот что удивительно. Сейчас пойдем буриться дальше. И главное по одному, вот больше нету. Будем буриться, пока Игорь Леонидович чистит. Он ест харюс, ест икру, там, блин, лопает. Все остатки собирает, видите, прям. Вкусные, да? Остатки сладкие, Леонидович. Ну, вкусно, правда. Люблю это дело. Ну, да. Прям на сырую икру ест. Вот то, что он положил в банку, остатки остались, там он их собирает, прям так съедает. Вкусно, говорит. Так, друзья, уже с этой лунки, вот с этой, двух достал здоровых харюсов. Ну, рискну включить камеру. Обещать не буду, что клюнет. Ну,
Может, вытащу на камеру. Хочется, конечно, вас порадовать. Вот так. Сейчас проверим. Только включаешь камеру, клёва нет. Без камеры, вон, такие хорьки вообще классные сейчас попались. Шикарные, просто. С одной лунки две штуки сразу. Ну ничего, я думаю, что мы сейчас давайте с вами проверим дальше. О, какие хрюски. Шикарно. Вот это вообще хороший. Вот это вообще хороший попался. Посмотрите какой. Ай, красавец. Ай, красавец какой. Вообще шикарный. Класс. Класс. И этот хороший размерчик. Камера, на самом деле, я сам потом смотрю на видео, она уменьшает размер. Ну, хариусы, даже сам удивляюсь, иногда смотрю, думаю, блин, вроде такой крупный хариус, а камера уменьшает размер. На самом деле, крупный, хороший. Давайте проверять здесь. Опять Игорь Леонидович, работа, сейчас будет чистить. Ничего, молодец. Как я говорю, мы определились. Я готовлю кушать в избушке. Ну, а он чистит рыбу, которую мы поймали. Лучше на реке сразу почистил. Дома вот начинаешь чистить. Чешуя летит везде, блин. Ну, я чищу, конечно, в таз воды набираю. И в тазу чищу, чтобы не летела чешуя. Потом сливаю таз вместе с чешуей. Ну, зачем? Лучше здесь вот, когда без разницы, куда она летит, почистил и все. Ну, слышно? Снегоход шумит. На реке там. Это, наверное, ребята, которые приезжали в избу к нам. Наверное, они катаются там по реке. Друзья, Игорь Леонидович, посмотрите, опять чистит рыбу. Матерится на меня, говорит, достал ты уже ловить эту рыбу. Когда она кончится? Ну вот он взял такую штуку, конечно, шикарную, да? Да. За хвостовой плавник. Хоп! И погнали. Не, ну штука хорошая, да, согласен. Наверное, с икрой, Леонидович. Вот все по-разному чистят. Я почему-то чищу здесь. Я сначала разрезаю тут и потом веду уже к заднему выходному отверстию. А многие чистят, да, это без икры. А многие чистят оттуда начинают. Но все по-разному. Меня отец так научил, я по-другому чищу. Ай, хорюсо хороший, крупный. Посмотрите, какой здоровый. Ну, Леонидович печенку ест, что делать. Он говорит, очень вкусно, да? Обалдеть вообще. Печень ест прямо так сырую. Ну, нравится ему. Голодный. Там он нарезанного у меня, ты видел? Лепешка таежная. Ешь лепешку. Давайте проверять дальше, друзья. Может, нам что-то с вами клюнет. Вот в эти мои пробуренные луночки. Погода улучшилась, ветра нет. Просто шикарно. Эх, беда, беда. Не хотит клевать на камеру. Ну ладно. Выключай тогда. Потом без рыбы останемся, если постоянно снимать. Я тут еще рыбачил. Слышал, крылья шумели в листве. Вон, Игорь тот сюда подошел. Я в листве слышал, крылья такие фу-фу-фу-фу шумят. Вон они сели. Ага. Пятерочки, ага. Да, вон слева сидит и справа. Одна еще пятерка, ага. Вон, две, видишь, слева на березе? Вон сидят пятерки. Посмотрите, вообще не боятся. Одна вот сидит пятерочка. А вон еще одна. Это уже слетело, а те две пятерки вон сидят. Смотрите. Не боятся. Ружья отсюда вообще стрелять не могу, спокойно. Знаешь, что я без ружья иду? О, гуляет красавец. Вон они две гуляют. Рыбы с Игорем наловили уже полный пакет. Но снимать тяжело. Сейчас полетит, испугается. Вон тетерки красавицы ходят. О. Вот. Смотрите. Красота какая. О.
гуляет. Не боится ничего. Вон полетели. Все-таки испугались. Подошел вплотную, можно сказать, к ним вообще. Сейчас такая тишина стала. Рыба клюет, кстати, вообще под вечер. Очень хорошо. Я с одной лунки сейчас трех достал. Хороших рисов. Уже полный пакет, да, Леонидович? Полный пакет наловили. Складываешь, выпадает, да? Ну и под вечер, я говорю, вот раз-раз мне. Прям с одной лунки. Хлоп-хлоп-хлоп. Кидаю Леонидовичу, только чистит. Красота. До конца не дошел еще, да? Вон лежат, видите? Я сюда подкидываю Леонидовича, а он чистит потихоньку. Вон хорюшки лежат, посмотрите, какие кабасики. Вообще хорошие. Чистит, чистит потихоньку. Уже устал, наверное, чистить. Ну, хороший клев сегодня, да. Поймали целый пакет здоровой рыбы. Снимать, простите меня, ну тяжело снимать. Вот я включаю камеру, вроде пытаюсь, а... Так, включаю, не клюет. Выключаю, клюет. Ну, давайте сейчас переместимся с вами в другую лунку, попробуем. Все, друзья, сейчас будем жарить пельмешки. У нас есть пельмешки, пожарим пельмешек. И будем отдыхать сейчас уже, все. Завтра снова на рыбалку, друзья. Класс. Ой, друзья, доброе утро. Проснулись мы. Сейчас собираемся уже, все. Дорогу сегодня домой. Поедем сразу. Рыбачим, не будем возвращаться, беремся сразу и потом, чтобы сразу шуровать домой, чтобы уже не возвращаться сюда в избушку. Сегодня утро просто прекрасное. Поют птицы. Солнце такое, ветра нет. Красота. Ну, я сейчас заправлю снегоход. И дров порублю. Вот такой вот, друзья, мешок мусора собрал. Вывезем на снегоходе отсюда его. Никаких ям здесь не копаем. Мусор не складываем, чтобы мишку не привлекать. Собираем мусор. Сейчас вывезем, место есть. Здесь рюкзаки положим, а мусор сейчас вот сюда вставлю. Здесь, какое эхо. Фитишина. Красота, просто здорово. Балдеж, сегодня будет в лесу, конечно, это на речке. Шикарно. Друзья, ну что, все убрались мы. Тут сойкам оставили еще хлебушка. Все собрали, убрали. Игорь Леонидович только жду сейчас. Загрузится уже остатки последние там. Возьмет, ничего не забыть, все проверит. Снегоход завел, сейчас чуть-чуть погреется. И все, стартуем на речку рыбачить. Сегодня последний день. Сегодня будем уже стартовать мы домой. Дров еще тут много. Печка чуть-чуть томится. Туда такой мусор кинули, который может, ну, сгореть. Вороны кружатся, увидели рыбку. Смотрите, какая куча. Поймаю.
хорошие. Два хрюска попались. Все на задной лунке. Сейчас вот тут еще проверю дальнюю. Не проверял. Сейчас. Так, еще раз закинем. Тут подошел еще хорошо. Гигантомасима. Гигантомасима попался. Давайте еще пробовать. О, ёлки-палки, ребята, смотрите. Уколулся, наверное. Вот. Ай, молодец. Ай, молодец. Хрюски хорошие. Попались. Он еще там две лунки не проверял. Кажется, надо чуть ниже бурануться, вот туда еще. Игорь Леонидович ругает меня, говорит, ты успокоишься уже, хватит. Он наловил его тут рыбы. Он говорит, ладно, икры заполним банку и домой пойдем. Поклевывают хрюски. Нехорошие такие экземпляры. Нормально. Посмотрите, друзья. Леонидович, слышу, тащит, говорит, ух ты, какой хороший хрюс, здоровый. Вытащи. Щуку. Щуренок. Ну, щуренок, да. Вкусный. Вот так вот клюет, смотрите, видите, на какую штуку. Пуля какая. Отпускаем? Да отпускай, на что маленький, да? Иди, живи. Подрасти, на спиннинг будем ловить тебя. Да. Там поворотик, я не знаю, что на повороте, вот это побуримся, домой поедем. Да, наверное, да. Все, час, время уже сейчас. Хорош. Хорош, что жадничать. Так вот, щучки клюют. Вот, я так пару штук здесь тоже щучек доставал. Так, ну что, друзья, подходит к концу наше приключение, наша рыбалка. Нарыбачились мы вообще от души эти дни, 3 дня просто отличной рыбалки. Наловили рыбки. И все, сейчас будем выбираться. Ну, не забывайте ставить лайки после того, как посмотрели видео. Ну, или дизлайки, понравилось, не понравилось кому. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, впереди, если дай бог не запретят нам охоту на гуся. Обязательно мы поедем на гуся, и будет отличная охота, друзья. Обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Все, до новых встреч, друзья. Всем пока.